Ну а в продолжение беседы с нашими гостями, сегодня их у нас много, это целая команда Quest Team, победители фестиваля «Студзима 2020». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Давайте для начала мы всем нашим зрителям напомним, что же такое «Студзима». Ну, это молодежный фестиваль, игры, соревнования, проверяет лидерские качества, творчество. Кто участвует в этом фестивале? Это друзья, это одноклассники, однокурсники, участники каких-то других площадок? Ну, участники других площадок и студенты. Угу. Вы, ваша команда, она по какому принципу? Собрана. Технологический факультет. НГТУ. Здорово. Антон, расскажите, как вы выбирали название команды? Наугад. Нет никакого значения, обозначения команды? Это было не Антоха. Так, давайте, теперь давайте. Гена, твой выход. Похоже, что у вас, парни, слабое звено вообще в команде. Вы им так мило передаете микрофон. Как название придумали? Ну, название мы придумали еще в том году. Это у нас название этой команды уже держится второй год. Ну, квест переводится как квест. Ну, то есть поиск загадок. Да, логично. Тем. Да. Тим — это команда. То есть команда, которая, ну, отгадывает загадки. Ну, квест — это же приключения, то есть команда таких искателей приключений, да? Да. Это, не благодарите. Я придумал обозначение вашей команде. Татьяна, расскажите, какие у вас были результаты в том году? В том году мы, получается, зашли в финал, кажется, седьмые. Шестые. Нет, это вышли. Вышли? Получается, шестые по окончанию. По окончанию, да, шестые. Ну, это, в принципе, самое главное. Расскажите, какие у вас смотрите, что значит зашли в финал и вышли? Вот для людей нужно понять. Первые два дня идет отборочный тур, который, после которого уезжают в финал. И в финале уже доигрывают, там уже свои места занимают, в принципе, во всей игре. Какие были этапы в этот раз? Их было очень много. Ну, финале, я могу самое интересное. Да, или самое интересное. Вообще самое интересное для нас — это, наверное, огненный лед. Это где команда должна поставить на льду какое-то представление с элементами разными, сложными, смешными. Кто у вас был в этом представлении? Мультик «Снеговик». Угу. Под мультик «Снеговик» так. Мы составляли сценку. В этой сценке обязательно должны были выполняться поддержки парами. Прямо как вот показывают, да, на «Звездах на льду», где вы поднимали. Да. Ого, серьезно. Да, или фигуры сделать какие-нибудь. Образы какие-то были в вашей команде на этом? Ну, то есть кто-то был снеговиком. Да. Кто был снеговиком. Морковка была на снеговике. Да, ну, снеговика нету с нами. Растаял. Я была печкой. А, вы печкой были? Да, я танцевала со снеговиком. Ген, тебе не жарко возле печки? Нет. Гена у нас был времена года, получается. Он менялся. Он был весной. Постоянно на человеке. Да. Настя с Вантеем, с Данилом, у нас были семейная пара. Они слепили снеговика. Вот. Ладно, расскажите еще, какие этапы вам запомнились, помимо огненного льда. Это ключи, когда мы бегали по городу и по лесу и выполняли задания. Мы спускались на заброшки, у нас была заброшка, и мы там выполняли тоже всякие задания. Давайте пример задания, чтобы было понятно. Мы одевали обвязки и спускались, как скалолазы. Да, внизу. Стреляли из морковок. Стоп, что такое стреляли из морковок? Почему все вы киваете головой, как будто это нормально? Я не понимаю. Я не знаю, что такое стрелять из морковки. Ну, морковка — это туристическое снаряжение специально для спасения людей. Ну, то есть там... А вы из него стреляли? А мы из него стреляли. Как бы надо было спасать, а мы из него стреляли, да. Финал. Там туда идет 10 команд. 6. Финал. Туда идет 6 команд. Что за команды это были, что за соперники у вас были, кто занял второе, третье место? Давайте вот об этом поговорим. Команды все разные. Кто-то из колледжей, кто-то из институтов различных, кто-то просто люди, которые работают, решили собраться на студзиму поехать. Были ли у вас какие-то принципиальные соперники еще с того года? Ну, да. Кто? Ну, мы из института, у нас три команды выходило, ну, получается, тоже соперничали друг с другом. А есть ли по регламенту какое-то соотношение, сколько должно быть мужчин, сколько девушек в команде?
Нет. Нету. Тогда вот такой вопрос. Это же не честно, если команда будет только из 10 парней, они же по физической подготовке явно выше. Они первое место заняли в прошлом году. А вот они в первом году, в прошлом месте. Как в этом году вам удалось победить такие команды? У нас очень легкие девочки. Нет, нет, они в этом году не участвовали. Ну так, кстати, они в этом году не участвовали. Какое было самое яркое впечатление? Вот что вам больше всего запомнилось? У нас был марафон 1,5 часа танцев. Да. Стартин. Это было очень весело. Включалась каждый раз. Музыка не прекращалась. Мы стояли в квадратах и в течение 1,5 часа переходили. Мы танцевали на попе, на коленках. Одной частью тела, руками, ногами, всем, чем только можно. Ого. И нормально выдержали? Да, мы похудели все на 1,5 килограмма. Да, Дед Мороз и растаял именно на том соревновании. Да. А, расскажите, в следующем году планируете участвовать? Да. И планируете опять победить? Нет. Ну, а нет такого, что чемпионы пропускают год? Нет, нет. А что вам дали за победу? Какой-то кубок там? Кружечку. Кружечку? Одну на всех? Нет, каждому. Кубок. И кубок. Ну, его забрали у нас. Университет на полку поставили. Да. Ну и привет передайте там кому-нибудь сразу вот в камеру, прям можно помахать там своим участникам вашей команды. Пользуясь моментом, хочу передать привет своим родным и близким, и друзьям. Также всем, кто учится в университете АНГТУ. Красава. Да, это была команда Quest Team. В следующем году болейте за них на фестивале Студзима 2021. Но если хотите поучаствовать, также не сидите дома и составьте этим ребятам мощную конкуренцию.